Здравствуйте, друзья. Доброе утро. У нас несколько человек спрашивали, а что это вот за новинка такая в формате наших видео, потому что вдруг вот возникло несколько маленьких сюжетиков, там как бы иммигранту на заметку, да, значит, там пара-тройка минут, и вот какой-то один единственный принцип, значит, вот вокруг него там пару слов. Значит, дело в том, что я все время думаю о том, что у нас много видео, которые мы раньше делали, они где-то канули там в лету, и надо бы их заново как бы переговорить, потому что время идет, и мы меняемся, и жизнь меняется. И вот я думал делать ремейки, и собственно, я не отказываюсь от этой идеи, но просто ремейк — это достаточно кропотливая работа, то есть надо посмотреть видео. Некоторые видео, на которые мне хотелось бы сделать ремейки, они там по 20 минут, по 30 минут, то есть надо посмотреть, проанализировать, понять, с чем ты не согласен, допустим, сегодня, что надо было бы добавить к тому, что там есть. То есть это такая работа. Одновременно с этим я тут с человеком с одним поговорил в скайпе, мы периодически с ним беседуем по поводу наших видео, он такой заинтересованный зритель, и из России звонит, и, в общем, мы так иногда с ним беседуем. И вот он говорит, давай вот по иммиграции, но так детально, как бы вот делай раз, делай два, делай три. И я подумал, что вот инструкции и методические рекомендации мы точно делать не будем. Это как бы, ну не наш, что ли, путь. Кроме того, вот у него был интерес специфически к... Вот приехал, да, вот... значит, вышел из самолета, вот что дальше, понимаете? И на эту тему так много видео, на эту тему так много написано на форумах, и самое главное, что есть ребята, которые лучше расскажут, потому что они недавно это прошли. Ну что же я буду-то, я же сам из самолета выходил четверть век назад, кому сегодня интересно-то о том, что я тогда видел, понимаете? А разбираться в том, что рассказывают другие, и вместо них рассказывать, вообще смысла нет. Ну, в общем, то есть я как бы буду лучше на своей части. Но по ходу этого разговора я понял, что надо сделать такой плейлистик из маленьких таких кусочков, понимаете, потому что я понимаю, что 15 минут, 20 минут, 30 минут, это не каждый может смотреть, там настроение, даже сама мысль о том, что вот полчаса что-то смотреть, она напрягает. Вот у меня есть там один, ну, блогером не назовешь, но такой, как бы религиозный человек, я люблю его послушать иногда, так у него меньше, чем на полтора часа ничего нету. И я каждый раз сажусь, и вот эта мысль, полтора часа, она свербит и как-то отталкивает. Я, может быть, смотрел бы его в 10 раз больше, если бы было там по 15 минут, по 20 минут. Вот. Хотя он мог бы, наверное, и коротенько тоже, не знаю. В общем, у него не получается. У него проповедь, и он у него полтора часа положено на проповедь. Вот он ее и, значит, и произносит. А я смотрю в запись. И вот, что сказать-то. Видите, как с воском стекло капельки остаются, не хотят так просто уходить. Значит, уходите капельки. Не уходят. Так вот, я подумал, надо делать такие маленькие кусочки, маленькие, 2 минутки, 3 минутки, 4 минутки, одна простая мыслишка, вот простенькая-простенькая. И, глядишь, человек посмотрел, и она пошла у него там как-то жить, знаете, таким вирусно, так она бах, попала куда-то, и мозги там вокруг нее крутятся. А когда много-много-много-много, мне еще говорят, а что ты, вот ты полчаса говорил, а что ты сказал-то хоть, что ты хотел сказать? Понимаете, когда полчаса говоришь, так возникает вопрос, а о чем речь? Понимаете? Вот. Я подумал делать иногда такие маленькие сюжетики. Это не значит, что мы их будем делать по 5 в день. Это невозможно и не нужно. И нет столько маленьких сюжетиков. Но в тот момент, когда я за рулем, и вдруг что-то такое в голову пришло, я раз там поговорил пару минут и пошли дальше. Вот. Значит, у меня есть несколько тем таких... несколько направлений мысли. Это про, ну, скажем так, иммиграция, в смысле ошибок, в смысле проблем, в смысле, как это сделать менее болезненно и так далее. Я просто вижу, когда что-то, мне хочется сказать пару слов. И вторая
вторая тема, второе направление – это про работу. И я считаю, что иммиграция и работа очень связаны, потому что люди, оказавшись в иммиграции, первым делом должны начать работать. И чем лучше работать, тем как бы они лучше иммигрировали, надежнее влились, так сказать, в ряды, адаптировались и так далее. То есть это все начинается, не кончается, но начинается с работы, с нормальной работы и так далее. Поэтому я буду вот так маленькими кусочками и сделаю там пару плейлистов таких маленьких. Вот, собственно, и весь мой рассказ. Счастливо!